И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на официалочке. Этот сезон будет все так же проходить на официалочке. Как видите, я полностью дом переделал в камень. Да, началась ночь, это все нормально, это все в моем стиле. Но это не просто так ночь. Эта ночь мне нужна. Так, 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 сейчас найду костер. Сейчас найду костер. Не, давай найти не костер. О, вот металл есть. Здорово. Офигеть. Не, придется все-таки костер. Да. Ну, немножечко угля пожарим. Вот, собственно, что. С чего стоит начать? Ну, стоит начать с того, что я полностью переделал дом в камень. После того, как меня пытались зарыть, я переделал все в дерево, потом переделал все в камень после серии. Вот, и как бы провел водопровод. Водопровод провелся именно так, но я потом приведу сюда, здесь поставлю пару грядочек, буду что-нибудь выращивать. Вот, по ресурсам у меня ящик ломится, но толку мало. Как вы видите, фибера дофига, волокна дофига, короче, соломы, кремния дофига, а вот толку нифига, кремния дофига, потому что металл пытаюсь постоянно добыть, и его постоянно категорически не хватает. Вот. Так что все как-то так. Кстати, да, вот чертеж седла Фиоми, я потом еще там дальше пробежался, тоже примерно такие же холопки понаходил и позалутался там чуть-чуть камешка да металлом. Вот. По ресурсам все скудненько, скудненько, да, все скудненько и не очень, я бы так сказал. Да, ничего не скоро спортится. Вот, поэтому как бы все пока что так, как есть. Да, создаю, потихоньку создаю себе порох. Ну, просто чтобы куда-то ресурсы девать. Что я собрался делать в этой серии? Так как я не могу найти металл поблизости, вот в этом сраном полуострове, я просто уже задавался. Я вниз бегал до координат. Так, давайте я на свет встану. До координата в 80 по горизонтали, ну 75. И короче, весь этот сраный полуостров я даже в центр забегал, практически до реки добегал и так далее. Нету здесь металла вообще, либо я его найти не могу, этот сраный злосчастный кусочек, где там хоть что-то есть. Вот, либо его лутают. В общем, суть в том, что я найти не могу его, и в этом-то и вся проблема. Вот, но вспоминая то, что у меня было на Рагнароке, где очень много металла спавнилось просто так, я подумал, блин, давай-ка я туда сгоняю и попробую там что-нибудь подлутать. Металл у меня есть, сейчас попробую выгрузить персонажа, это мое первое будет перемещение на официальном сервере, именно официальное перемещение на официальном сервере, так что попробую. Так, тушим костер. Зря потушил костер. Темень полная, ничего не видно. Еще и дождь пошел. Ну, в целом, все на моей стороне. Но единственный минус, здесь где-то карна бегает. И это не очень. И лучи я поблизости не вижу. А, вижу синий. Синий вроде с 25-го лутается, так что я думаю, к нему и побежим. Так, я думаю, стоит взять шмотки, хотя бы тканевые, чтобы хотя бы от холода не мерзнуть. Благо этого говна теперь у меня полно. Вот, поэтому как бы все именно так. Пока что меня не пытались больше рейдить. В этом плане сервер как-то ко мне более благосклонно относится, но это пока что. Кстати, левел, да, уже 33 левел, еще 5 левелов, и у меня будет 38, а 38 это гранаты. Гранаты, вот они, 38 левел, и я уже смогу хоть что-то, хоть как-то добывать ресурсы, возможно, что-то даже будет получше. Для чего мне нужно рейдить, чтобы я хоть как-то добывал ресурсы именно на постройку здания? Ну, не знаю пока что да когда где. Вот, почему еще никого не притомило, куда я его буду ставить этого? Это не мод S+, здесь я не могу постройку убрать и поставить по новой, так что все в этом плане печально и прискорбно.
Но что я могу сказать? Ой, ёптель-моптель. Все вполне мне нравится пока что. Да, есть сложности, постоянно кипишуешься, смотришь по сторонам и так далее. Также от читеров никогда не защищенный, все в таком духе. Также есть подкрутчики, которые видят днем как ночью. Ой, ночью как днем, терезинозавр, я... Ночью как днем, днем как ночью. В общем, все у них одинаково стабильно хорошо, и поэтому как бы тяжеловато развиваться. Да, конечно, я тоже могу этой подкруткой заниматься, я знаю, как это делается, и это помогает для любой игры, но я как бы этим не хочу заниматься, у меня выносливость заканчивается, я, по-моему, сейчас просто-напросто сдохну. Да. Гранты. Да уж, не хотел он отставать. Скорость я только начинаю качать. А, ну вот, сейчас покажу на карте. Бегал я, получается, вот так. Вот так вот я пробегал. И вот это вот все практически. Да, вот это все я оббегал. То есть вот это весь полуостров. И вот здесь вот я все оббегал, ничего не нашел. Вот, сейчас, собственно, буду пробовать переместиться на другой сервер. Вот, как видите, очень удобно спавнюсь. Я сразу же смотрю, где что, как. Есть кто рядом, нет, кто рядом. Вот. Но тамбур, честно, очень даже удобная штука. Вот. В общем, буду пробовать добежать до луча. А там уже посмотрим. Да уж, а лучше-то еще и оказался под водой. В натуре. Очково. Ненавижу подводный мир, если честно. Куда больше опасности, нежели в таком мире. Путешествие на другой сервер. Ну вот, прыгнул в первый попавшийся мир, где поменьше народу было, так сказать, не выбирая, а тупо из-за того, что я начал уже задыхаться. И все, я думаю, не, короче, надо бежать. Так, Викинг Бэй. Как я помню, у него лучше всего спавниться здесь. Так что давай заспавнимся. Загрузка выжившего. Первое мое перемещение именно на официалках. А, не первое получается. Слушайте, у меня же было перемещение. Но перемещение у меня было на стриме. Там, где что-то пошло не так. Вот, где я просто бегал. А, не на стриме, не на стриме. Где я это. Да, видос снимал по это. Типа обзор карты, мое первое впечатление, все дела. Ну вот, точно. Ну, в общем, приземлился я ночью. Конечно, я зря заспавнился, надо было подождать утра. Полный кобздюнь. Вот, как видите, уже построечки поломанные, переломанные и до боли, так сказать, знакомые места пошли. Потому что, если честно, мне Рагнарок куда более... А, ёшкин-матрёшкин. Рагнарок мне куда более знакомый, на знакомые карты, особенно начальная локация, нежели Айсланд. Даже так получается. Так, выключим светлячок. Вроде как глаза адаптировались в темноте. Ну, грубо говоря, потому что стал видеть лучше, так что все замечательно. Побегу в сторону луча, точнее в сторону обелиска. Вот, там должен быть металл. Металл. Подождите, где-то... Металл. Отлично. Моя идея увенчалась успехом. Самое главное, чтобы я еще добрался до базы потом целиком и вообще будет норм. Здесь есть и обсидианы, я могу залутать, и металл, и кристалл. То есть все, что мне нужно. Самое главное, это выжить. Да уж, конечно, я пешком-то здесь мало бегал, если уж на то пошло. И как таковое, я здесь только летал. Поэтому как бы... Сильно-то я не вспомню, где что находится. Именно с высоты птичьего помета. Да ты прикалываешься, да? И где я тебя сейчас в этой темноте буду искать козлина?
Вот из всего кучи говна ты спер именно вот это, да? Так, ты, да? Да, ты. Вот из всей кучи говна, что у меня в инвентаре, ты спер именно вот это, да? Вот ни до чего. Еще и камень спер. И что, меня оборзел? Слышь, морда. Вообще, у кого-то еще топор спер. Вот. Что-то я очканул, как будто бы здесь еще второй появился. Фу, светло, слава богу. Так. Там у нас, кстати, мне писали в комментариях. Бедолага. 150 левел и в скале. Не повезло. Мне писали в комментариях то, что вот эти ящички, они спавнятся по всей карте. Не проверял, не знаю. Но я знаю, что здесь находятся руины, в которых это все говно спавнится. Где можно будет что-то подлутать? Сраные авиарапторы, как я вас ненавижу. Я вечно думаю, что это раптор. А пошли в жопу, нафиг! Сраный, сраный, сраный мир. Сраный, дикий, безумный, безудержный, ублюдочный мир. Там еще и чайка летела. Мало мне его пигмастакса, так еще и чайка. Я забываю, как она там называется. Ну, чайка, она и в Африке чайка. Скотина. Дай, дай, дай. В натуре ублюдочные создания. Такс. О, вилка. Такс, погнали наверх, посмотрим, что здесь, как здесь. Может, все-таки получится. Наверху я знаю, что там тоже должны быть ресурсы. Какие-никакие хорошие или плохие, но должны быть ресурсы. Вот, ну и плюс заодно этот в эту зайдем пещеру, ой, не пещеру, а в руины, зайдем. Кстати, не знаю, почему вам не зашло, не зашла серия про руины, но, блин, мне было весело копаться в руинах. А вот и металл, а вот и обезвоживание. Ну ёк, Макарёк, а чё я бутылку не сделал с водой? Хотя бурдюк бы сраный. Это что, это дикий? Это хорошо, если в дикий. Вау, 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 тихо, тихо, тихо. Вот ты сет. Ёб твою шталеву. Не, спасибо, я туда не хочу идти уже. Давайте я, короче, уже свалю отсюда, нафиг. К воде поближе, потому что у меня он будет раздражать своим кряканьем и так далее. Да, я понимаю, я мог это сам сделать, сбегать и все в таком духе. Я тут дофига что делал. Но я устал. Я тут дофига что делаю в соло, как бы, без вашего участия. Я тут по карте путешествовал просто фиг знает в какие. Ну, я вам показывал, как далеко я путешествовал по карте. Ага, у меня выносливость-то может и не восстанавливаться. Без воды, я подохну без воды. Мне нужна вода быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Опаньки. Я устал. Точнее, она медленно восстанавливается. Выносливость без воды. Кстати, здесь цветочки можно собирать в большом количестве. Здорово. Это хавка. Точно, хавка. Мне ж хавка сейчас нужна будет тоже. Ёпары, с этой надо будет цветочки найти. Но для начала воду найти надо. Давай. Давай, живительная сила. Сила, это что сейчас было? Пигмастах странный. Да пошел ты! А, ну кожу бери. Срал я на тебя. И на эту кожу 6 штук, тем более. Ты мне, главное, мой металл не трожь. Здорово, здорово. Я тащу. Такс. О, цветочки, цветочки, цветочки. Ух ты, нифига, сколько цветочков. Здорово, здорово, здорово. Вот это жрачка, я понимаю. Не то, что эти.
Гадости. Ну-ка. Жрачка пошла. Пошла в гору жратва. Отлично. Чё за звук? Меня что, от грибов что ли глючит? О, от цветов глючит что ли? Сейчас от грибов должно глючить. Вон на чайка долбаная застряла. Ух, я уже думал, у меня от цветов глючит. Думал, сожрал цветочку, называется. Подкрепился, блин. Какие-то чайки долбаные там в скале застряла. Точнее, врезалась в скалу. Тупая. Тупая чайка. Тупая чайка. Что тут скажешь еще? Здорово. Там у тебя еще и построечка целая. Ну, блин, у меня рейдить-то нечем. А рейдить буду ходить на другие сервера. А зачем гадить там, где я уже нагадил? Да. Ну, просто реально, как бы, сейчас я отстрою хорошую базу. Ну, у меня там была безвыходная ситуация. Мне пришлось как-то выживать. И я сделал то, что сделал. Вот. А рейдить я буду ходить на другие сервера. Нафига я это не видел. Гадить там, где я уже нагадил. Отдай. Поджмот. Не отдает. А чё ты так вышел? Ну ладно. Чем ближе к обелиску, тем больше постройки, как посмотрю, да? А вот и вода, отлично. Это уже здорово. Еда есть, вода есть, так что все отлично. Так. Здесь у нас пусто, ничего нету. Смысла нету прыгать, хотя можно было бы спрыгнуть туда. Но я думаю, там уже все и залутали. Хотя как бы выбрались, не знаю. Ну хотя на птерчике спуститься, на каком-нибудь летуне. Да уж. Ну, кстати, да, 38 левел мне принесет не только гранату, но и принесет еще и седло для птера. А это уже вполне себе неплохо. Есть что? Нет что? О, ё, коронный бабай, нифига себе тут. Здрасте, входите. Так, погнали к обелиску уже. Валить до дома надо, валить до дома. Да, я, конечно, кристалл не залутал, но сейчас, знаете, хотя бы уже металл притащить было бы неплохо. О, тоже здрасте, входите. Металла 46, это 23 металла. Ё, просто мне хватит пока что. Для начального развития, для инструментов, мне вполне этого хватит. Просто можно, конечно, это, через кристалл, точнее, ну, через дроп, но я его не вижу. Поэтому пойдем через обелиск. Я надеюсь, что все нормально будет. Я опять слышу этого пигмастакса долбанного. А может, и не только его. Да, вон там говно за мной бежит. О, тоже здрасте, входите. Заходи, дорогой, гостем будешь, да? Вот что-то типа того. Только здесь они сами решили входить, войти. Причем не через дверь. Варвары. Что-то у меня плохое предчувствие по вот этой территории всей. Чувак бежал и оглядывался. Явно нехорошо. Фронтом. Драпаем. Вроде я никого не вижу из агрессоров, не считая людей, которые здесь могут быть в легкую. Давай, 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 беги, 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 главное, чтобы никого здесь не было.
Пошли все вон, я ухожу от вас. Не нужно меня трогать. Отлично, вроде дошел. Хо-хо! Здорово! Я думал, как оно это будет? Будет ли отображаться в моей кровати или нет? Да, они отображаются. Это здорово. Это означает, я могу построиться на нужных мне картах, построить здание и ходить туда лутаться. Здорово! Блин, это так офигенно. Это так реально здорово. Супер. Спаун выжившего. Принес металл. Конечно, нужен был еще кристальчик, обсидианчик залутать. Но это все фигня. Даже было очково. Я как-то появился непонятно где. Отлично. Металльчик у меня есть. Ну, вот это мне не нужно, конечно. Обалдеть. Как здорово. Кстати, вот это вот скины, как я понял, можно отключить, чтобы они не появлялись, так как по истечению времени определенно можно очень много чего открыть для себя. Вот. И как я понял, где-то здесь. Вот. Выдавать стартовый набор, убрать эту галочку, и это говно не будет выдаваться. Так что, если кто не знал, то вот, пожалуйста, вам совет на то, как от этого избавиться, если вам не нужно. Но, допустим, от тех же самых пигмастаксов скины очень сильно помогают, так как они просто спирают скины и сваливают от вас подальше. Такой, не знаю, лайфхак не лайфхак, но в целом очень удобная штука. О, я еще могу наркоты состряпать себе. Отлично. Теперь у меня есть металл, чтобы выживать. И я смогу спокойно бегать, добывать ресурсы и делать то, что мне нужно. Ну, конечно, нужно будет еще разобраться, как это... то есть, как часто можно загружать, как часто можно выгружать. Кстати, можете написать в комментариях все, что касается выгрузки, загрузки персонажа. То есть, как часто... То есть, я могу, допустим, Птера загрузить в луч, потом выгрузить из луча и сразу же загрузить его. То есть, могу ли я так сделать, допустим, так же с лутом, или мне нужно, допустим, я загрузил Птера, там, через час я только могу его выгрузить, или выгрузил Птера, да, своего, ну, допустим, Птера, там, динозавра своего, и через час я только могу загрузить его. То есть, вот эти вот все нюансы вы можете написать в комментариях, и мне реально можете помочь. Реально всеми советами по выживанию в этом суровом, долбанном мире, под названием официальный сервер, вы мне очень сильно поможете вот этими всеми советами, потому что все эти нюансы мне очень сильно интересны, так как я здесь ничего совершенно не знаю, что делать, как делать и, самое главное, зачем я тут вообще появился, черт побери. Вот такие вот дела. Так что все пока что здорово. Ну, а я уже с вами буду это прощаться. Я забыл поставить смайлики, так что делаем вот так вот. Помахать рукой. Как говорится, стоп. Хе-хе, я настроил. В общем, теперь все здорово. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.